Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы с вами закончили на том, что построили вот такого красавца. И теперь нам надо в первый раз на него забраться. Так, поднимитесь на циклоп. Ага. Ух ты! Так, какой-то странный голос, это что такое? Ага. Погружная камера. Так, ладно. А как мне надо попасть наверх? А, все. Мотать тут сколько всего? Так, внешнее освещение. Это включить-выключить, да? Это внутреннее освещение. Офигеть. Здесь бы, конечно, в этой игре не помешал бы кооператив. Так, это состояние подлодки. Здесь есть огнетушитель. Так, хорошо. Ага. Управлять подлодкой. Так, это что такое? Я не могу управлять. Что, там нету на ней ничего, да, что ли? Хе. Так, стоп, это что такое тихий ход? Это камера подкилевая. Так, переключение освещения камеры. Камера еще и несколько вдобавок ко всему. Так, выходим отсюда. Запустить двигатель. Так, в округе у нас ничего нет, да? Ага. Ага. Плавает она просто жопа как медленно. Так, а что такое? А, самый полный, самый этот. Так, все понятно. Двигатель выключен. Угу. Так, с этим ясно. Давайте посмотрим, что-то еще есть интересного. Так, сюда я могу подцепить, по всей видимости, что-то. Транспорт не пристыкован. Так, пусковик приманки. Для приманки. Так, я могу только приманку сюда загрузить. Энергоячейка. Нихера себе тут энергоячеек. Так, плавать, я так понимаю, на ней могу довольно долго. Ага. Так, короче, здесь несколько энергоячеек. Изготовитель улучшений циклопа. Угу. А насколько я вообще могу погружаться на нем? Давайте-ка начнем с основных вопросов. Так, я могу погружаться на 500 метров. Безо всяких улучшений я могу спуститься на 500 метров на нем. Для того, чтобы найти лабораторию, 500 метров мне будет явно недостаточно. Так, транспорт не пристыкован. Как мне пристыковать сюда транспорт? Да, слушайте, на ней плавать не так-то просто. Так, а это что такое? Нижняя палуба. Пусковой отсек. Все это можно закрывать. Блин, а вот эта хрень не может меня уничтожить? Ну, такая, типа, плыть внезапно, и такая, хоба. Ага, так, тут есть внутреннее хранилище. Так, как тебя только закрыть? Внутреннее хранилище, много внутренних хранилищ. То есть это прям автономная фигня, мы туда загружаем всякого. А что могу здесь сделать? Могу я сделать, например, водочную станцию? Наверное, нет. Ну что-то я ж по-любому здесь могу сделать. Так, ну вот очистную станцию, положим, я не могу сделать, а... грядку. А вот грядку могу. Так, то есть на борту подводной лодки я могу выращивать всякие штуки. Ага, я могу сделать грядку. Я могу сделать здесь... Что я могу еще сделать? Энергозаряд для энергоячеек, кстати говоря, наверное, тоже пригодится когда-нибудь.
Да, грядку могу. Шкаф тоже могу. Короче, подводная лодка это все то же самое, только еще дополнительно. Так, а транспорт какой? Любой транспорт я могу сейчас пристыковать. Блин, где эта хрень? Покажи мне. Так. Я ничего не вижу. Двигатель не запущен, это я понял. Где-то над нами плывет эта фигня, но я ее не вижу. Где она плывет? Кстати говоря, я что-то света не вижу в округе. Он сейчас выключен? Не, а, нет, все-таки... Вот, вот он, наружный свет. Ага. Так, вот он, наружный свет вообще. А, вот она, эта фигня. Я же говорил, где-то рядом. А че я не вижу ее на этом самом, на радаре? Я вижу только хищников там, видимо. Так, изменить название подлодки. Так, ладно, изменить название подлодки мне особо не нужно. Я теперь хочу посмотреть, так мне отсюда выйти. Так, выходим отсюда вообще. Где у меня... Так, это все понятно. Подводная лодка, вот она. Где у меня мой этот самый маленький мой, как его зовут-то, господи? Сова 1, вон она. Так, тут эта фигня плавает вокруг. Дайте мне, во-первых, сову 1. Так, дайте мне сову 1. Теперь, когда у нас есть сова 1, дайте мне... Че я могу сколько я могу пристыковать сюда фигни? Я так понимаю, что немного. И как я могу ее сюда пристыковать? Потому что я что-то здесь вообще не вижу... Ничего совершенно. Как мне пристыковать сюда что-нибудь? Вот мотылька моего как сюда пристыковать? Например. Никак? Так, мотылька, наверное, никак не пристыковать, судя по всему. Может быть, можно пристыковать костюм. Нет, как-то мне по-любому сюда его пристыковать можно. Или, может быть, мне сначала нужно усилить, улучшить как-то его. Так, стоп. Ага. Так, теперь понятно со стыковкой. Теперь со стыковкой ясно. Сова 1. Пристыковать сюда можно только одну фигню. То есть я могу плыть на подлодке, потом я отстыковываюсь и плыву на мотыльке дальше. Либо я делаю все то же самое, но беру костюм. Так, хорошо. А для того, чтобы... Давайте посмотрим, что могу сделать. Генератор, считай, не могу. Гидролокатор не могу. Систему пожаротушения могу, но у меня нет кристаллической серы. Камера приманок увеличивает вместимость. Могу, но не знаю зачем. Модуль глубины погружения могу. Пласталевый слиток и 3 рубина. Угу. Да, интересно. Интересно, интересно. А что еще могу сделать? Открыть загрузочную камеру. Ну, это приманка, понятно. Это я могу отманить одну тварь. Здесь у нас энергоячейки. Так, у нас есть доступ к улучшениям. Улучшений у нас можно запихнуть довольно много. Аж 6 штук. Так, 6 штук улучшений можно запихнуть в него. Здесь только энергоячейки. И практически ни черта мы не знаем. Вот модуль погружения, вот модуль глубины мы можем сделать, но самые классные вещи мы сделать не можем. А именно генератор щита для отпугивания хищников, гидролокатор для того, чтобы все это искать, ингредиенты неизвестные. Понятно. Понятно. Понятно, что нихера не понятно. Понятно, что на мотыльке мы можем довольно быстро перемещаться и так.
А вот на костюме Крабби мы просто так перемещаться не можем. То есть, по идее, мне нужно сюда подцепить костюм Крабби. Давай, запускайся. Так, все, погнали. Пошла жара. Так, хорошо. Значит, костюм Краб мне по-любому надо сюда зацепить. Как перегрев? Стой. На нормальном ходе. Нет, мне, нам не нужно этот самый экстренно. Короче говоря, еще мели надо отплывать. Локатор нихера не показывает. Вообще нихера. Может быть, он будет показывать хищников, но, как говорится, но это не точно. Так, значит, получается, что вот эта фигня мне здесь, в принципе, не нужна. Это что такое? Что это значит? Что это такое? А, это я понял. Доступ к улучшениям сюда. Сюда мне по-хорошему надо пусковую шахту впихнуть, чтобы я мог торпедами стрелять. Так. Все, мотылек мы отстыковываем. В таком случае... Мотылек нам здесь не нужен. Мотылек нам здесь не нужен. Теперь мы плывем вот сюда. И забираем отсюда краба. Так. Залезь в краба. Как мне залезть в краба? Я хочу залезть в краба. Краба. Я не могу залезть в краба. Он не хочет туда залезать. Так, ладно, где у меня лестница? Так, сейчас мы будем все грамотно делать. Так, залезь краба. Угу. Так, хорошо. Краб это прям то, что надо. То, что надо для того, чтобы сражаться. Но я не вижу... А, вот моя подлодка. Да, сильно высоко, конечно, краб не долетит. Чисто инерционно он может подняться, но... Да, но ему нужно прям вот, прям чтобы все было очень хорошо. Так, все понял. Так, мы можем, во-первых, ему в руки что-то дать. Плюс мы можем на него навешать улучшений. И это прям вообще жопа, ребята. Слушайте, здесь огромное количество всего, просто нереально. Что у нас с зарядками, кстати? На циклопа, по идее, мы можем сделать какую-то штуку, которая будет его заряжать еще дополнительно. Хм. Так, ладно, вот это пока можно все смело погасить. Хотя, если здесь все погасить, нихера не будет видно. Нет, я передумал. Подняться по лестнице. Пусть это все горит, ничего страшного. Мы потом подумаем, что делать с зарядкой энергоячеек. Так. Одно мы загрузили. Другое загрузили. Так, теперь у нас есть... Охерительных размеров циклоп, которым мы можем куда-то поплыть, но не ниже 500 метров. У нас есть костюм краб, которым мы можем отбиваться. И у нас есть мотылек. Как-то комбинируя вот эту всю дребедень, мы в итоге должны продвинуться дальше по сюжету. Что я думаю? Во-первых, я думаю, что надо пойти пожрать для начала. Для начала надо пойти пожрать и выгрузить все ресурсы, которые мне не применились для производства вот этого всего. Так, песчаник мы пока отключим, если надо будет сейчас опять включим. Так, вот эту вот дребедень металлолом, так, ладно, мы тоже выгрузим. Что-то я лишний выгрузил фонарь. Так, зубы мне тоже не нужны. Так, где-то там у меня должна бутылка воды изготовиться. Да, вот она. Так, бутылку воды берем. Вот эту фигню тоже берем. Соль. Соль мы выгружаем, она нам пока не пригодится. И мы должны пойти немножко жирануть. Раз уж мы здесь. Еще такую же грядку надо сделать прямо на борту подводной лодки. Пусть там растет вот эта вот ерундень. 2, 3, 4, 5, 6. Так. Во-первых, надо посадить лишнее. Во-вторых... Так, ты что-то там не берешься, я смотрю.
Использует емкость? Нет. А что-то, блин, заглючил, походу. Так, ладно, я отсюда чудом выбежал. Тик. Еще два я могу взять. Один могу взять. Так, ладно. Тогда вот это мы сюда сажаем. И это мы сюда сажаем. Потом мы идем сюда. Блин, костюм краб мне очень нравится. Но в костюме крабе есть проблема. Блин, вообще надо костюм краб, конечно, протестировать. Мне прям очень хочется протестировать костюм краб. Блин, я забыл взять титан. Так, я забыл взять титан. Пойдем это сделаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. По-моему, шесть титана нужно. Или даже меньше нужен титан. Сейчас проверим. Так, потом идем сюда. Так, идем сюда и поднимаемся куда-нибудь наверх. Ну, где-нибудь вот здесь вот сделаем себе уютную грядочку. Где у нас тут устроитель? Вот она. Так, вот здесь вот прям будет грядочка расти. Так, отлично. Внутренняя грядка у нас есть. Сажаем туда 4 штуки. Эти, не знаю, можно сажать, можно не жрать. Так, все. Мы себя немножко обеспечили продовольствием. Теперь нам нужно по-хорошему все это усилить. Нам нужно дать костюму краба какие-то вещи, чтобы он мог отбиваться. Нам нужно понять, имеет ли нам смысл вообще делать приманки или нет. И нам нужно выдвигаться уже куда-нибудь, где мы будем искать дальше неприятности по сюжету. И надо попробовать убить Левиафана. Вот прям я хочу убить Левиафана. Могу ли я Левиафана убить крабом? Это большой вопрос. Пока не протестируешь, не узнаешь. Так, ладно, пока мы спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз, покидаем... Нет, не покидаем. Да, покидаем циклоп. Возможно, я могу убить Левиафана просто обычным своим мотыльком. Это, кстати говоря, тоже не исключено. Если я могу это сделать, это вообще прекрасно. Надо сейчас посмотреть, что я могу предпринять в связи с этим. А, мне, кстати говоря, для того, чтобы что-то сделать на... Подождите, или не нужно. Что мне нужно сделать, сейчас я посмотрю, для того, чтобы изготовить какие-то улучшения. Что из улучшений вообще я могу сделать в данный момент? Так, мотылька модули. Периметральная защита. Генерирует небольшое поле для отпугивания агрессивных существ. Нужен полианилин. Который я делать пока не умею, да? Так, я могу делать бензол, синтетические волокна максимум. Полианилин я делать не умею, я еще не нашел, с чем он делается. Так, модули костюма краб. Торпеды. Торпеды с магнетитом могу сделать. Так, историческое серо у меня отсутствует. Я могу сделать бур. Я могу сделать торпедную установку. Тепловой реактор не могу сделать. Модуль погружения не могу сделать. Я не знаю, где взять никель. То есть, по факту, я нихера не могу сделать. То есть, все равно мне пока надо будет походить, видимо, с мотыльком маленько. Ну, хотя, кое-чего я крабом, конечно, могу предпринять из интересного. Вот модуль погружения... Нет, модуль погружения не могу, а надо бы. Модуль погружения мне прям нужен. Потому что 500 метров, на который он может погружаться, это, конечно, очень мало. Торпедная установка. Так, бур. Так. А никаких улучшений для основной своей подлодки я пока делать не могу. Лития, эргили, титан. Для того, чтобы сделать торпедную установку. А для того, чтобы сделать торпеду, нужен магнетит. Звучит как проблема. Кианит еще какой-то здесь есть. Блин. Так, ладно. Давайте так. Мы можем сделать периметральную защиту? Не можем. Торпедную установку мы сделать можем. И протестировать мы ее можем. Торпедную установку, потому что нам есть на ком. Титан, литий и аэрогель нам нужен для того, чтобы это сделать.
Ну что ж, пойдемте поищем. Титан, литий и аэрогель нам нужен. Аэрогель я могу сделать. Для этого мне нужна вот такая фигня. И что там нужно-то было? И рубин. Рубин у меня еще должен быть. А может быть, кстати говоря, у меня больше нет рубинов. Значит, мне еще надо рубины добывать и плыть. Нет, рубины у меня еще есть. Так, хорошо. С рубинами есть такая фигня. Титан тоже есть. Титан, аэрогель. И чего еще там надо было сделать для того, чтобы сделать установку-то? Где она есть? И литий. Так, литий тоже должен быть. Литий я набрал довольно большое количество. Так, то есть мне по факту нужно сделать только аэрогель. Так, отлично. Теперь я смогу из этого забабахать себе. Я не смогу. Нет, походу не смогу. А почему? Бля, титана нужно 3. Господи, что же я такой дебил? Прочитал титан. Сказал титан. И взял титан только один. Так, 2, 3. 3 титана. Так, 3 титана у нас есть. Три титана у нас есть. Три титана у нас есть. Изготовитель. Модуль мотылька. Что такое общий модуль? А, хранитель еще, понятно. Торпедная установка. Что-то какая-то она вообще невзрачная, торпедная установка. Я бы даже сказал, какая-то очень маленькая. Так, где там у нас модули-то? Доступ к улучшениям. Так, мы фигачим туда торпедную установку. Допустим, я залезаю в мотылек теперь. Так, как мне стрелять? Так, где-ка я сохранюсь? А сколько у меня торпед? Вот я могу стрелять торпедами, а сколько их? Вихревая торпеда. Загружается в торпедный отсек транспорта. А где у меня торпедный отсек? А, вот он. Нет, это энергоячейка. Так, не торпедный отсек где-то здесь должен быть. Где у меня торпедный... А, вот торпедный отсек. Ага, так, я могу возить с собой 6 торпед. 6 торпед, для этого мне нужно 6 магнетитов. Для того, чтобы их изготовить, да? Давайте мы проверим. Так, вихревая торпеда создается из магнетита. Потому что газовый фолликул я пока не знаю, где взять. Хотя, наверное, может быть, даже и знаю. Я могу сделать газовый фолликул? Нет, не могу. Нет, тогда еще не знаю, что делать с газовым фолликулом. Но магнетит я знаю, где взять. Соответственно, имеет смысл как раз взять и пойти пофармить магнетит. Так, две торпеды у меня есть. С этим все понятно. Так, где там моя подводная лодка? Подводная лодка с костюмом краба у меня остается. По-хорошему, конечно, надо ее тоже куда-то переправить, но мы пока этого делать не будем. Я хочу попробовать формануть магнетит, потому что магнетит-то мне еще пригодится. И попробовать жахнуть торпедами маленько. Прям торпеды мне очень интересны. Вопрос только с магнетитом. Почему-то последний раз, когда я туда приплыл, я не мог фармить, не мог поставить фарм магнетитов этих несчастных. Да, силовое поле мне, конечно, еще на мотылька. Мотылек, короче, прекрасен. Мотылек вообще великолепная штука. Прям вот ничего плохого не могу про мотылек сказать. Там-тарам-там-там. Магнетит, наверное, где-то еще есть в большом количестве, не только здесь. Потом можно пойти поохотиться на Левиафана. На Левиафана можно поохотиться. Так, где у нас ход? Вот у нас вот. Не совсем в нужном месте я все-таки сделал базу. Ну ладно, в принципе, неплохо.
Так, что у меня тут еще из интересного лежит? Это лежит вагон аптечек. У меня тут лежит, кстати говоря, свинец с титаном. Это неплохо. И у меня тут литий с золотом лежит. Кристалл этого. Так, ладно, нормально. Нормальный вариант. Но я хотел сделать не это. Я хотел попасть в комнату сканирования. И да, с ящиком с данными там понятно, что они там есть. Я хотел бы поискать магнетит. Я могу этого сделать? Литий есть. Почему-то я не могу теперь искать магнетит. Фрагмент костюма краб зато могу искать. Но, в принципе, он мне не нужен. Просто фрагмент могу искать. Серебряную руду могу искать. Металлолома, магнетита нету. Почему его здесь нету, я не понимаю. То ли я весь собрал. Может быть, поэтому я не могу его искать. Потому что я просто его весь собрал абсолютно. Ну да, там внизу еще и рубины есть, короче. Да, их там несколько. А магнетита нет. А где ж мне искать магнетит-то тогда? Вот в чем большой вопрос. Там много рубинов. Там очень много рубинов. Там очень много рубинов, а магнетит, по всей видимости, нет. Я так понимаю. То есть, если он что-то, в принципе, не может найти, его даже на поиск нельзя поставить. Так, ладно, хотя бы рубинов пособираем в этой серии, а с магнетитами я попробую разобраться потом. Но перед тем, как вообще плыть куда-то в этом месте, надо немножечко сделать вот так. Так, надо немножечко сделать вот так, надо сесть мотылька, и теперь можно плыть за рубинами. Так, куда там за ним надо плыть-то? Туда. Главное, за край карты не заплыть, потому что там нас ждет пиздец. Мы уже прекрасно знаем, что он нас ждет. Так, рубинчики, рубинчики. Ну, опять эти твари за мной уже начали гоняться. Так, а где они, простите? А, вот они. Нет, я имею в виду не твари, а рубины. А, это как раз та пещера, о которой я говорил. Да, они в этой пещере. Да, вот у нас эта самая штука, которую мы там искали. Да иди ты в задницу. Там у нас есть... Нет, он не хочет идти в задницу. Он хочет сражаться. Вот сюда бы как раз, кстати говоря, пригнать бы подлодку. И тогда в костюме с крабом мы бы, может быть, даже что-то сумели здесь показать ему. Да, возможно, имеет смысл сюда пригнать подлодку. Так, где-то здесь пещера. Где-то здесь вход в пещеру, я помню, я его находил. Да, тут эти рифоспины плавают несчастные. Так, и тут плавают ребята, которые хотят моей смерти. Да, мы сюда поплывем за рубинами и заодно потестируем наш костюм краб на всяких уродах. Да, я хочу сделать вот так. Я сейчас сюда пригоню подлодку. А сколько здесь метров? Так, ладно, я надеюсь, что костюм краб базово хотя бы на 500 метров умеет плавать. Если это так, тогда мы сейчас пройдем и будем здесь адово махать клешнями краба. Тик-тик-тик-тик-тик, да. Это отличный план. Короче говоря, в следующей серии займемся поиском данных. Возможно, это как раз очень полезные данные будут. А доставать мы их будем при помощи костюма краба. И его волшебных свойств по избиению лиц. Отличный план для следующей серии. Спасибо, ребят, что посмотрели эту. Если нравится, комментируйте, ставьте лайки. Ну и всякое такое. Вы, в принципе, знаете, что с этим делать. Удачи и всего вам доброго.